Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд законопроектов и других документов, направленных на совершенствование и развитие нормативной базы в разных областях. В частности, члены Кабинета министров обсудили проект закона о промышленной политике Чувашии. Законопроект о промышленной политике разработан в Минэкономразвитии. В документе дается определение понятию «промышленная политика в Чувашской республике» и обозначаются ее основные направления. Среди которых это техническое перевооружение, модернизация, развитие импортозамещения, индустриальных парков, кадровое обеспечение, повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест, а также полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере промышленной политики. Кроме того, меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Кроме того, проектом закона предусмотрена возможность создания регионального фонда развития промышленности. На совещании также был рассмотрен вопрос об организации учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что в настоящее время не во всех районах республики есть возможность смотреть местные телеканалы, и поручил решить этот вопрос. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.